Уважаемые коллеги, я вам хочу сделать информационное сообщение небольшое. Оно вас не утомит. Это очень интересная цифра. К большому сожалению, Россия потеряла свои приоритеты. Раньше в советские времена мы занимали первое место по выращиванию конопли, и основные доходы и при Петре Первом, и при советские времена мы получали очень большие доходы от выращивания конопли. Мы уже забыли о значении конопли, и все гордились, что были коноплеводами. Некогда одна была из самых престижных и востребованных специальностей. И на ВДНХ в фонтане дружбы народов вы видите сноп из конопли в центре фонтана. Десятидолларовая купюра тоже сделана из волокон конопли. На левой части уборка конопли, а с правой стороны индустриализация Америки. Из конопли можно изготовить более 30 тысяч видов изделий. Вы хорошо из картинки видите, я их не буду перечислять, но в то же время появились современные направления. Это и авиа, и автомобилестроение, это текстильное производство, бумага, порох, целлюлоза. Приведу вам только один пример. Вот выход целлюлозы из льна 1-2 тонны с гектара, а из конопли это 7-10 тонн с гектара. Вот такие большие цифры, если их сравнивать с выходом древесной целлюлозы с 1 гектара леса в год, это от полутонны до 1,5 тонны. Поэтому в сравнении, и если перевести на денежные знаки, это самая высокодоходная культура. В конопле, если можно считать, можно использовать и вершки, и корешки. Конечно, к большому сожалению, на меня смотрит молодежь, очень улыбается. Это очень жаль, что сейчас мы воспринимаем эту культуру вот настолько, можно сказать, неадекватно. Это очень серьезное направление. Но одним недостатком конопли являлось содержание в ней основного наркотического вещества тетрагидроканнабинола. Вот когда мы начинали работать, здесь вы видите каннабиноиды, которые содержатся в конопле, и мы выбирали, вы видите, здесь есть следовые количества. Вот методом отбора гибридизации за эти годы созданы сорта конопли, которые не обладают наркотической активностью. Вот здесь тетрагидроканнабинол, следовое количество, и каннабидиол, количество, которое можно применять при лечении. Я ниже об этом скажу. Сейчас за эти годы вот наш институт начал создание безнаркотических сортов по заданию правительства в 1973 году. Только через 10 лет мы смогли создать сорт, который содержал 0,2%. Сейчас в нашем арсенале сорта, которые содержат следовое количество, то есть менее 0,1%, что по данным Всемирной организации здравоохранения, эти сорта не обладают наркотической активностью, и их возможно выращивать без охраны. Сорта, которые мы выращиваем, двух направлений: волокнистые и масличные сорта. Волокнистые – это позднеспелые сорта, которые имеют большую массу, они высокорослые, и урожай семян у них небольшой.
масличные сорта конопли, это более низкорослые, раннеспелые сорта, и все они не обладают наркотической активностью. С 2018 года будет проигнирован новый сорт Екатеринодарская, он среднеспелый, и это волокнистого направления использования. Вы видите, что он более 2 метров. Здесь показаны волокнистого направления использования, это позднеспелые сорта. Вот это сорт Виктория, который выше 4 метров. Вот такого направления. Что касается масличных сортов, это сорта, которые более низкорослые, они 2-2,5 метра, они более технологичны при уборке. Они скороспелые, вегетационный период от 115 до 130 дней, урожайность семян до 1 тонны. Это очень важно, так как семена конопли относятся к лечебным маслам. В последнее время это очень занимает достойное место, так как они наряду с семенами черной смородины и инотеры, которые обладают огромными лечебными свойствами, но чтобы получить масло, нужно заниматься методом экстракции, а конопляное масло можно получить методом холодного прессования. Кроме того, в нем очень хорошее соотношение жирных кислот, которые необходимы для жизнедеятельности человека, и соотношение омега-3 к омега-6, 4 к 1, что является своеобразным ключом для раскрытия мембраны клетки. Вот я хочу вам показать содержание жирнокислотный состав масла конопли. В нем ненасыщенных жирных кислот содержится до 90%. И вот зеленым выделены это жирные кислоты, которые содержат 2, 3 и 4 связи, которые очень полезны для человека. И вот имеется единственная кислота полинаровая, такая кислота, которая содержится и в масле рыб. Это очень важно для организма. И я хочу еще обратить ваше внимание, в последнее время во многих странах конопля применяется как лечебное средство. Это имеется в виду каннабидиол. Это не наркотическое вещество, это успокаивающее и болеутоляющее средство. В наших сортах, несмотря на то, что снижено содержание тетрагидроканнабинола, попутно было снижено и каннабидиол. Каннабидиол – это не наркотическое вещество. Как же лечит конопля? В конопле содержится более 80 алкалоидов. По современным данным, она может лечить болезнь Альцгеймера, Паркинсона, шизофрении различные. У человека, вы видите, что содержится эндогенная система. Это эндоканнабиноиды, небольшие молекулы для регуляции функций. И система каннабидиола очень по структурной формуле похоже на эндоканнабиноиды, и каннабидиол встраивается в эту систему и лечит. Это, конечно, очень интересное направление, и экстракция красное масло, получаемое экстракцией углекислым газом из верхушек растений, затем соединение различных каннабиноидов, таким способом получается лечение. К большому сожалению, наша отрасль не только в связи с принятием в 61 году борьбы с наркотиками и
да, конвенции борьбы с наркотиками, хотя сорта наши северные, у нас считается северная конопля, которая содержала очень низкое содержание гидроканабинола, это было 1,5-2%, а сорта наркотические считаются, когда 10-15% тетрагидроканабинола. И изо всех исторических источников ясно, что никогда россияне и в древности не принимали коноплю как наркотик. Она воспринималась как волокнистая культура. И в связи с тем, что площади постепенно сокращались, затем уничтожались пенькозаводы. У нас в Краснодарском крае сейчас нет ни одного пенькозавода. Один пенькозавод остался в Адыгее. И не разрабатывалась уборочная техника, переработка. Поэтому сейчас очень сложная проблема. Однако в России, именно в центральной зоне, конопля уже начала развиваться. Там немного другое для получения волокна. Они, вы понимаете, как русские всегда интерпретируют, добиваются и переделывают технику. Вот они используют это, к сожалению, для получения канабидиола, уборка верхушки, для получения лекарственных средств. А наши умельцы используют различные, используют глаз, используют полесье для уборки конопли. Вот наши механизаторы были на уборке в Курской области. Это уборка комбайном класс. До 1,5 метра поднимается жатка, верхушки убираются, а затем они, это у них уже перед осенью, перед зимой, когда выпадает снег. Поэтому они оставляют зиму, а затем весной уже загибают фактически чистое волокно и его перерабатывают. Это на Мордовии уборка конопли была. Затем они покупаются линии, которые, естественно, в России не выпускаются. Это чешское оборудование. Сейчас очень хорошее оборудование выпускается во Франции, фирма «Ля Рош». Поэтому уже до 6000 гектаров выращивается в средней полосе. И я понимаю, что подъем конопли нам необходим, потому что на повестке дня стоит задача государственной важности по формированию стратегической независимости. Дело в том, что мы закупаем 300 тысяч тонн волокна, при необходимости 700. Мы не имеем своей независимости, и если кто-то решит, что нам не нужно продавать волокно, мы не будем иметь своего. Поэтому это очень важно. И хочется отметить, что когда приняли конвенцию в 61 году, там вступила и Америка, но они уже в 70 году вышли из этой конвенции, потому что им это не выгодно. А мы, к сожалению, до сих пор не понимаем, что нам выгодно. И это очень печально, потому что у нас конопля есть сорта, есть возможности выращивать, есть площади, на которых можно выращивать. Она является возобновляемым ресурсом, который может быть отечественного производства. В России есть все условия, созданы сорта, технологии возделывания, имеются земельные угодья. С развитием науки стало возможно получение высокомолекулярной целлюлозы. Это взрывчатые вещества и бумаги, конопля – стратегическая культура. Ее выращивание становится приоритетным во многих странах. Количество наименований продукции – более 30 тысяч. С каждым годом продолжает увеличиваться. Конопля во всем мире является самой высокодоходной культурой.
Я здесь, извините, еще не сказала. Сейчас мы занимаем одно из последних мест. Первое место занимает Китай. Спасибо за внимание. Когда показали фотографии молодежи Анжелина, наверное, только на фотографии видели, да? Нет, не то. Понимаете? Вопрос есть, пожалуйста.